Всем привет, друзья! Вы на канале Sky Top Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез тайн с лором игры. Практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки, кстати, не обращают внимания на многие происходящие вещи, но есть люди, которые хотят изучить и изучают внутренний мир The Isle. Понять, что происходило в игре, будет происходить. Ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое, да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике мы вернемся в Legacy. Карта V3, а именно в озеро Титан, достаточно знаменитая. Насколько мы знаем, именно здесь покоятся кости знаменитого матриарха. Кто такой матриарх? По нему будет снят ролик отдельно, кто не знает, а для тех, кто знает, добро пожаловать. Но речь не о нем и его скелете, а о том, что покоится рядом с ним руины здания. Нет, это не древняя Атлантида. Это, как мне кажется, здание Apollo Engineering. Причем оно затопленное. Много гипотез ходит о том, что именно в одной из лабораторий программы Apollo производили матриарха. Возможно, она и есть? Стечение обстоятельств? Или просто рандомное добавленное здание? Ведь в одном из роликов про людей, помните, мы говорили, что в дальнейшем компания Apollo была произведена бомбардировка острова, когда из-под контроля вышел эксперимент. И, возможно, в этом самом месте и здесь образовалось озеро. Понимаю, здесь есть дамба, все дела, но если подумать... Сам я, кстати, ни разу не обращал на него внимания. Короче, пишите... Что это такое? Ваши догадки. Буду рад почитать. Да, и обязательно поставь палец вверх, подпишись на канал. Ну, не будь ты жмотиной-то. Ну и прожми колокольчик. В общем, до новых встреч.